Блин, у нас проблемы. У нас не проблемы, это нормально. В смысле, это нормально? Это у тебя проблемы. Что такое? Сначала ты клеишь. Пусть они запортачивают, что, один вариант? Да. Что, типа, сесть прямыми руками? Да. Давай, давай, сейчас сам порвал напополам. Я пойду еще возьму. В смысле еще возьму? Ёб твою мать. Да пошел ты нахер. Косяк ты. Все, нормально. Все равно оторвется, блин. Что это, блядь? Вон пари. Не, это были эти червячки кислые. По-моему, они уже это тухлые. Кислые. Ну как ощущения? Нет, они уже не кислые. А какие? Блядь, не кислые. Почему устал? Зачем ты устал? Жизнь, боль. Фил, как дела? Да ты не там, фокусируй вот здесь. Что делаешь? Я думаю, как бы привязать его здесь, чтобы он не срыгнул отсюда. Ну что вы можете сказать по этому поводу? Пиздец. Я думаю, надо оператора побить. Чтоб он не ходил, не доебался, мне нужный момент, блядь. Хорошая, блядь, слежавшаяся, да?